зовут Максим Суяков, я из Санкт-Петербурга, катаюсь в дисциплине хардпайп на сноуборде. А как давно катаешься? Катаюсь 7 лет примерно, вот сейчас мне 21. Сегодня у нас проходил Кубок России по сноуборду в дисциплине хардпайп. Вот хардпайп. Но следующий этап завтра здесь. Угу. А третий этап в Красноярске на сопке. В этом году хорошая организация. Обычно задерживаются, но вот сейчас вот нормально все по расписанию было. Кто круче, лыжники или сноубордисты? Сноубордисты, конечно. Хорошо.